Да, всем вдвоем, всем здравствуйте, доброе утро, добрый день. И вдох, выдох, наха. Когда рука вверх, другая вниз, вдох, наха, соединяем и меняем. Вдох. Хорошо, сегодня полный цикл, делаем 32 раза. Если у кого-то кружится голова, или делайте меньше, или останавливаетесь раньше. Делайте паузу. И те, кто не был, вдох носом, выдох ртом. Вдох в сторону, выдох по пути, вдох в сторону, выдох по пути. И... Отдыхаем немного. Так, для того, чтобы голова сильно не кружилась, делаем промежуточное упражнение. Руку под подбородок. И подбородком пытаемся вытолкнуть руку вниз. И рукой оказываем сопротивление. Получается, мы напрягаем эти мышцы, челюсти, да, там, еще и тут, и держим. Главное, чтобы осанка была прямая, чтобы не сгибаться. Мы расслабляемся, помогает избавиться от головных зажимов, лицевых. Следующее по дыханию упражнение. Вдох, ногу поднимаем, колено поднимаем, вдох, потом вдох ставим. Другое колено поднимаем, вдох, потом ставим. Получается один вдох на колено и другой промежуточный, когда мы стоим. Да. Хорошо, можно подвести ногами, сбросить движение. Следующее движение руками. Это вдох руки к себе, выдох от себя. 3, 4. Отлично, теперь промежуточное упражнение. Представляем, как будто мы заводим моторчик, и импульс идет из живота, то есть не поверхностно, а именно изнутри. Пробуем. И делаем этим упражнением слайд снизу вверх.
и возвращаемся к дыханию. Голова в сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох. 3-4. Отдыхаем. И теперь упражнение такое. А теперь пищим или скулим, направляя сюда звук. Хорошо. И теперь покричим хей. Сначала тихо, потом нарастающая громкость. Хей, 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 хей. Садиться.